продолжаю игру. Один раз я эту игру полностью прошел со своим сыном. Приключения, режим приключений. Сейчас второй круг режима приключений. Это усложненное приключение. Сейчас я играю ночью у бассейна. Сумасшедший Дэйв выбирает три растения, причем они могут быть любыми. Вот, например, такое растение, оно дорогое для ночи. Солнышек нету, а оно дорого стоит. И моя задача с этими тремя растениями выиграть. А как это сделать? О, экстраслот может сделать. О, у меня хватает на экстраслот. Я куплю. 20 тысяч. Теперь ты будешь выбрать 9 семян. Каждый уровень. Чё, купил? А! Еще слот. 80 тысяч стоит. Дополнительный слот. Угу. Круто. О! Такой гриб недорого стоит уже. 7500. Ну ладно. Убайк. Очень быстро стреляет на маленьком расстоянии. Так, значит, что мне... Вот, у меня дополнительный слот появился. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Видимо, их можно 11 делать. Еще места хватает. Так, ну теперь полегче. 10 слотов. Так, экономику сначала мы сделаем. А, где у меня желтый гриб? Есть. Потом подводный. Бесплатный гриб. Лилия обязательно нужна. Стреляющий. Этот гриб дешевый. Стреляет далеко. Вот дальше не знаю, что делать. Грибы и грибы. Такое растение можно взять. Нет, дешевых у меня полно. А, пусть будет это. Туман еще мешается. Что у меня грибное есть? Замораживающий гриб. Так, и пусть будет большой кокос. Помогает очень. Очень помогает. И больше ничего у меня нету. Да, у меня нет огневой мощи никакой. Что? Осторожно, внимание. Вы не выбрали ни одного растения, которое может стрелять по баллонам. А, тут же баллоны. Есть еще баллоны же. Это кактус. По баллонам стреляет. Ну что ж, кактус так кактус. Ой, будет непросто. А, let's rock. Поехали. Камыши? Нет, камыши не надо. Все, поехали. Ой, туман. Конечно, туман мешает очень. Так, сначала мы делаем экономику. Солнечные грибочки. Я делаю солнечных грибочков. Наверное, все-таки 6 грибочков надо сделать. Бесплатные боевые грибы надо ставить по готовности сразу. Они же бесплатные. Я не вижу зомбаков. Ставлю, где попало. Стреляющие грибы. Брейнс. Говорят они. Ну, сюда поставлю. О! Правильно поставил. Угадал, куда ставить. Так, еще один солнечный гриб. Хватит, может, мне их? Может и хватит, я не знаю. А может и не хватит. Кактусы недешево стоят. Поставлю еще один.
денежный гриб и больше не буду ставить ничего. Ничего денежного. У меня все время профицит денежных грибов. А вот и зомби. Ну, сюда я поставлю всепоедающее растение за 150 на эту лилию. Посмотрим, как она будет сражаться. Ой, надо же кактус еще поставить. Кактус надо поставить. Точно. Ой, не туда поставил. Стреляйте, стреляйте, друзья мои. Кактус ставлю. Я сначала все поедающие. Собрал. Ох ты, гад. Вот. Все поедающие растения я поставил. Так, вот такое надо растение тоже поставить. Куда девать деньги, сейчас не знаю. Надо будет быстренько поставить кактус. Вот, место для кактуса. Кактус, давай, ну-ка стрельни. Вот. Так, для этого он был нужен. Да, дело серьезное. Кактус надо в каждом ряду поставить, иначе я не выиграю. Монетка, подобрал. Так, водяное растение надо ставить всегда. Огромная волна наступает, тут написано сейчас было. И шарики, наверное, будут. Что же мне делать? Угу, я вижу шарик. Поставлю кактус. Стреляй. Нужен кактус. Еще нужен кактус. Ну, все, я продул, что ли? И что мне это даст? Он пролетает. А. Так, теперь сюда надо поставить кактус. Денег нету, скорее, скорее. Денег нету. Деньги. Солнышки, солнышки. Все? А, нет, еще не все. Я еще не проиграл. Кактус нужен везде. Без кактусов вижу. И справлюсь. Так. Солнышки. Еще. Угу. Еще надо один кактус поставить последний. Опасный момент. Так, стиральная машинка постиралась. Надо поставить ее на полоскание. Собираю грибочки. Солнышки собираю. Один. Ничего не вижу. Ставлю наугад. Кактус есть, ничего не страшно.
Так, денег у меня полно теперь. Такими жопами стреляют у меня камыши. Как интересно. Может быть, они могут вместо кактусов стрелять вверх тоже. А может, и не могут. Даже не знаю. О, последняя волна. Видимо, я выиграл здесь. Как-то было легко, но я проворонил две линии. Шарики где-то проткнули. Это же последняя волна. Трачу деньги. Кактус. Ой, не кактус, а заморозка. Заморозка. Ну все, победа. Супер. Что дальше? Опять ночью, опять бассейн. Опять баллоны. Кактус. Ну, кактус у меня чокнутый деф поставил, выбрал. Этот у меня стреляет через щиты. Через щиты, которыми прикрываются зомби. Щиты двери. Так, кактус есть. Опять это плотоядное растение есть. Экономику сделаем чуть-чуть. Такой гриб. Лилию поставлю. Бесплатные грибы ставлю. Такое растение поставлю. Ну и орех помогает. Или вот такой. Вот такое сделаю. Усиление. Камыш не буду ставить. Или камыш поставить. Он дорого стоит, нет. Поехали. Так, солнышки. Бесплатные грибы. Бесплатные грибы ставлю сразу по готовности, чтобы их можно было. Чтобы их было просто как можно больше. Не вижу зомбака. Вот где он? Вижу. Сейчас туда поставлю грибочек бесплатный. Вверху. Еще один солнечный гриб. Еще один бесплатный. Так, лилипад надо поставить. Лилию, листик лилии надо поставить. Бесплатный гриб ставлю. Не туда ставлю. Грибочек. Так, три волны. Это уже серьезно. У меня будет три больших волны. Надо экономику побольше сделать. О! Стреляй, давай, давай, стреляй. Брэйнс. Что, съест, нет? Поставлю еще. Съел, ах ты гад. Но этого не съешь. Так, экономика у меня сейчас сильная. Brains. Надо ставить кактусы теперь. Скоро. А где их поставить сначала? Вот где полетит? Я же не могу везде поставить. Надо выборочно ставить. Так, вырос. Сюда ставлю. Шарик не вижу. Надо иметь деньги для противовоздушного, для кактуса. Противовоздушного шарика. Так. Так, солнечные грибочки у меня вырастают. Ладно, кактус ставлю сейчас.
Как попало. Не вижу я баллонов. Ой, лиля. Так, ну, солнышко хватает. Баллоны, где баллоны? Баллоны пока, внимательно надо смотреть, не проворонить. Ладно, поставлю сюда. Могу и угадать ведь. Монетка. Яйца. Давай сюда. Так. Ну все, уже шарики вряд ли пройдут. Если не повезет, то как бы пролетят. Последний ряд осталось защитить кактусом. И я это сейчас защитил. Все, воздушные шары не проходят уже гарантированно. Так, какая-то музыка подозрительная, страшная. Я не вижу, как кактус действует против воздушных шариков. Монетка, подобрал. Ага, вот они стреляют, шарики. Дельфинчики. Никто не пройдет. А я поставлю защиту. Попробую ее преодолеть. Опа! Плюс 50 долларов. Так, сладкий гриб ставлю. Монетка. Вторая волна приближается, крупная. Шарики лопаются. Какой радостный звук. Точнее... звук, который вызывает радость. Шарики лопаются. Ну все, зубаки не проходят. Что поставить? Защиту поставить где-нибудь? Бессмысленно. Солнышек у меня много. Бесплатные кочки ставлю. А защиту нелегко поставить, она редко появляется. Генерируется. Это наиболее значимый объект надо защищать. Шарики лопаются успешно. Зубаки едят мои грибы, которые я ставлю бесплатно. Ну, я ставлю новые грибы на их место. Так что... все замечательно. Так, пытаются пройти. Не пройдете. Прошел, что ли? Нет, не прошел.
хлопнул шарик очередной. Плаваете. Ох ты! Так, одного сожрал. Ну все, деньги есть. Один денежный гриб я отдал, чтобы поедать гадов. Осталось выстоять против последней волны. И солнышек у меня много. Я могу поставить везде теперь дорогие грибочки. Дорогие растения. Так, шарики лопаются. Шарики начали лопаются. Ах, вы пьяные! Ах, как много. Капаем все. Мне капец, мне конец, похоже. Я теряю 50 монеток. Пройдут, нет? Уже не знаю. Ну, жуй, жуй. Вот так себе. Остались только эти. Так, этого сожрал. Вот так попробуем. Кого-то съел. Все, я прошел, кажется. Прошел миссию. Так, это мы. Что нам дадут? Так, $250. Ну, $500 за прохождение уровня. Теперь надо разбивать урны. Я и мой друг Харвей. Харви, Блэкскастер, Флэкскастер. Я и мой друг Харви Флэкскастер используют, чтобы сломать вазы, эти урны, в которых потому что нам скучно, наверное, так. Отлично, Харви ушел в город, что ли. И теперь вы приходите со мной. Вы номер Харви 2. Вы Харви номер 2. Сломай. Сломай эти урны. Потому что ты Харви. Ну, ломаем. И чё? А, пофигу. Ломаем, потом смотрим, что делать. Все, что ли, в этом заключается? Игра. Ага, они пропадают! Они пропадают! Я не знал. Заново придется проходить. А, нет, у меня же газонокосилка есть. А, это все. Так, и ты сломал эти вазы. Отлично и хорошо. Теперь сломай их в то же время, когда я буду копать через эти мусорные ведра. Я нашел больше вас. Больше вас, больше урн. Это вазы. Больше вас. Будь осторожен.
когда ломаешь слишком быстро. Ты не хочешь закончить с зомби, которые могут... которые могут... которых ты можешь вызвать. А, пофигу. Где попало, ставлю. Вот так вот. Это сюда поставлю, это сюда, это... ну сюда. Это сюда, это сюда. Ну вот она, а мой сынок это долго-долго в это играл. Проходил. Ломал голову над этой задачкой. Ну, для 6-летнего сложная, наверное, задача. Ломай уже это ведро-то. Может, замороженный. Рука отвалилась. Так, голова сейчас отвалится. О. Ох, все хорошо, сказал безумный Дэйв. Это должен быть последние урны, которые я нашел. Последние вазы. Сломай их, разбей их. И ты все закончишь. Сложно. Это тебе подарочек. Так. На тебе. Так, лопать. Лопата нужна? Нет. Сюда ничего не надо. Так, это сюда, это сюда. До свидания. Это зомби-танцор. Танцует и вызывает других зомби танцевать вместе с ним. Он уходит. Победа. Жду, пока уйдет последний запутавшийся зомби. А как жаркое окно. Открыта форточка. Все равно жарко сегодня в Москве. Ну что, съест он этот гриб опасный или нет? Съест, видимо. Дойдет, дойдет. Нет, не дошел. Сейчас голова отвалится. Последний выстрел. Все. Отлично. 5, 6. $400 я получил за этот раунд. Теперь. Так. А будут тут баллоны? Не будут? Я не знаю. О, шахтер, шахтер. Против него... против него нужны вот такие. Либо такие. Звездочки, наверное, круче будут. Звездочки, конечно. В 5 направлениях стреляют. Так, экономика сначала. Солнечный гриб. Бесплатный гриб. Водный гриб. Лилия, звездочка. Ничего не остается больше. А что мне надо? Гриб какой-нибудь. Какой мне гриб нужно взять? Последний. Последний гриб. И... ну пусть будет взрывной. Я вообще его не люблю, потому что он не дает возможности поставить что-нибудь. Лунка образовывается. Амбразура. Нет, образовывается кратер. После взрыва этого гриба. Сначала делаем солнечные грибочки.
Кактусы, наверное, не нужны. Не знаю. Так, пошли зомбаки. Зомбаки пошли. У нас все прикрыто. В бассейн сразу зомби не лезут. В бассейн они лезут всегда потом. Так, вижу зомбака. На тебе. Так, Лилия. Так, еще будет надо. Еще один солнечный, денежный гриб. Гриб с солнышками. Солнечный гриб, я поставлю еще один. Потому что я взял дорогие грибочки. Так, этих ставлю, они бесплатные. Этих ставлю, они бесплатные. И надо будет звездочки ставить уже. Сейчас же землекопы могут попасть. Пойти. А где они появляются, я не помню. 125 стоит. Так, против землекопов поставлю звездочку. Оп! Поставил. О, уже стреляет. Так, сюда я поставлю кокос. Это будет неожиданно для зомбаков. Линия защищена. Солнышек у меня полно. Кокос сюда поставлю. Сейчас он появится. Теперь буду ставить везде звездочки. Копает, копает, гад. Звездочку, звездочку, срочно. Он будет меня все есть сейчас. Ты гад. Недолго тебе радоваться. А, на тебе. Я забыл про эту возможность. Ну и что, еще один солнечный гриб тогда пошел. Мне нужны звездочки. Поставить? Поставлю. Ест что-то. Кто-то ест. Я не вижу, что он ест. В тумане все. Так. Скоро будет движуха. Так, звездочку ставлю. Куда поставить? Сюда. Так. А чё же у меня две звёздочки в одном месте? По одному ряду две звёздочки поставил. Как-то я... ошибся. Копает, копает. А, вот это хорошо. Там, где надо, копает. Я поставлю звездочку. Еще поставлю солнечный гриб. Так,
Так, где чё у меня? Ножечка здесь у меня. О, копает, копает. Или копает, не знаю. Теперь знаю. Надо было поставить это. Куаш, скуаш. Куаш. Давите. Растение давите. Ну что? Что будет? А, не, не пройдет он. Не пройдет. Ну, съест он солнечный гриб. И все. Больше ничего не съест. А я поставлю солнечный. Мне еще поставить. Солнечный еще поставлю. Рано поставил. Он его съел. Да, вот так вот бывает. Что-то у меня много солнышек. А, последняя волна? Да, и все. Все, эти грибы не нужны. А, никто не пройдет. Последняя волна. Монетка, монетка. Чуть не проворонил. Звездочка есть? Кто ж здесь пройдет? Да никто. Оп, все. 10 золотых монеток. $500 получил за прохождение уровня. Так, это у меня взрывной зомби. Землекоп. Есть и взрывной зомби. Это значит, мне нужны звездочки. Сначала экономика ставлю. Экономику такую. Такую. Звездочки. Вот это мне нужно обязательно, я так прихожу к выводу. Еще 2 слота есть. Так. Ведра. Грибы, грибы. Ну, пусть будет взрывной и морозящий. О, что, что, что? Что? Вы уверены, что вы хотите играть этот уровень без водяных растений? Без водяных растений нельзя. Лилия. И лилия, и что еще? Рискнуть, может? Рискнуть? Вот это поставить. Я рискну. Нужна мощная экономика, чтобы это играть. Посмотрим, что получится. Сначала экономика и бесплатные грибочки. Землекоп сразу не пойдет. Шесть солнечных грибов я сделаю. Zombies are coming. Стук. Так, первый зомби вверху пошел. Mm-hmm.
Лилия нужна. Зомби говорит. Brains. Мозги. Солнечный гриб. Пошел. Так, еще одна лилия. Еще один солнечный гриб. И все. Экономика у меня на максимуме. Солнечные грибы вырастут. Теперь моя задача поставить мощные звездочки. Так. Звездочки, звездочки. Пойдет. Звездочек надо много. Так. Глянь, какой он шустрый. Два гриба сожрал. Ну, сейчас его звездочки прикончат. Не успели. Помер. И мне еще нужна звездочка. Все, землекопы мне не страшны. Теперь тройных поставлю. Две. Два тройных растения поставлю. Или защиту поставить сначала. А-а-а, мои грибочки едят. Всеядные зомби. Коплю 325 на первое. 350 коплю. На первый. Дорогой. Цветочек. В кого они стреляют-то? Они в кого стреляют. Понятно. Он не пройдет. Конечно. Уже пройдет. Нет, не пройдет. Он не может пройти математически. Он прошел. О боже. Какой кошмар. Он почти прошел. Сейчас поставлю звездочку сюда. В этот ряд. Не ожидал я такого поворота. Оу, нам бы защиту ставить. Скорее, скорее, защиту, защиту. Поставил защиту, все хорошо. Все плохо. Да, все хорошо. Взрывной зомби. Он будет ломать дешевые грибы. Поэтому он нам не опасен. Вот, $50. Ну давай, взрывайся уже. Поставлю защиту.
Ладно, он съест один гриб. Солнечный. И все. $50, спасибо. Солнышки возьмем. Так, мне нужен тройной гриб, тройной цветочек. Горохострел. Тройной горохострел. Мне нужен. А, где? Оп. Скорее, скорее. Где солнышки? Нет солнышек. Это в порядке. Монетки, монетки. Так, горохострела у меня работает. И запаки проходят. Какой кошмар. Почему они проходят? Они не должны были пройти так далеко. Вот так. Что творится, что творится? Так, поставлю опять солнечный гриб на место. Подготавливаюсь. Солнышко не подобрал. Не успел. Зазевался. Горохострел. Ставлю. И защиту. Ставлю. Не, не надо. А, сейчас будет волна еще одна. Ладно, так будет. Тут я попал, попандос. Защиту, защиту ставлю. Защиту надо поставить скорее. А, не на тот, не на ту звездочку поставил защиту. Ай, что я натворил? Растерялся. Так, больше солнечные грибы ставить не буду. Последняя волна, я даже не знаю, что поставить. Что поставить? Что поставить? $50.
разговоров. Где зомбаки-то? Закончились? Это была большая волна. Все, последние два зомбака. Видимо. Еще один. Последний зомбак. И все. Еще 500 долларов. Так, опять лунный бассейн. Так, пойду водички, соку попью. Ой. Так, прыгающий зомби. Так, экономика сначала. Так, лилия, поставлю лилию. Эти подводные грибы что-то не очень эффективные. Как против прыгающих, я не знаю. Ну, наверное, кокосы вот эти ставить. Нет. Их бессмысленно ставить. Или нет. Или поставить. Надо подумать немножко. А, в этот раз я поставлю камыш. И все будет в ажуре. Камыш дорогой у меня. Защита. Я защита вот это. Ну ладно, мой любимый. А, вот это можешь поставить. Вот это поставлю. А, нет, это не. Заморозку поставлю. И взрыв. Ну все, это уже очень мощно. Я не поставил бесплатный гриб. Я не поставил бесплатный гриб. Как теперь быть? Никак. Играть заново. Или пропустить одного зомбака. Он пройдет. Или защиту поставить. Ладно, потерял я 50 долларов. Залезу на косилку. Ой.
еще 50 долларов. Ну, сейчас я поставлю камышового. Камышек. О, может это поставить? Поставлю. О, я их заморозил. Двоих только заморозил. Ну, пока замороженные ползут медленно, я успею камышек поставить. И этот сейчас сожрет. Ой, ой, что творится, что творится? Камышек я поставлю уже. Первый. 225. Еще сотка. Почти нет, не сотка. Ой, ой, что творится? Ой, что творится? Заморозил. Монетка. 10 долларов. Так, ну любым способом эту линию надо теперь защитить. Так, грибочки растут. Я в плачевном положении. Безнадежная ситуация. Ну что, их замораживать постоянно? Ну это я защитил. Солнечный гриб. Зря я его защищал. Потратил. Ай, ой, что творится. Давайте мне солнышки. Я что-нибудь придумаю. Мне не накопить 225 солнышек. Прошел зомби. Все. Ну-ка еще раз. Еще разок. Угу. Такой гриб. И бесплатный гриб. Вот такой. А все остальное. Вот так сделаем. И. Грибы-грибы. Так, это есть, это есть. А, защита вот такая. Такой гриб. Ну, пусть мороз будет. Ну, теперь они не устоят. Не пройдут. А я устаю. Так, ну звездочки буду защищаться. Звездочки сила. Где зомби? Неважно. Он нигде не пройдет теперь. О. Ну это другое дело. 'Солнышки где уже? Так, все. Солнышко у меня максимальное количество.
Солнечных грибов больше я ставить не буду. Не собираюсь ставить. Что же мне ставить? Что же мне ставить? Защиту ставить буду. Замораживающие грибы ставить буду. Тратить деньги. И кукурузу буду ставить. И защиту. И все. Кукуруза, защита. А, звездочки же есть. Что я творю? Они же эффективнее. А нет, кукурузу буду ставить. Она дешевле. А потом посмотрим. Это последняя миссия, которую я сегодня пройду. Хватит. Еще кукуруза. Будет. Ух, я кукурузы много поставлю. Вот, кукуруза замедляет всех. Так, водяные, водяные, я слышу, как они залезли в бассейн. Надо защиту ставить. Срочно. Вниз или вверх? На нижний ряд бассейна или верхний ряд бассейна? А, на нижний. Они стреляют по нему. О, теперь верхний надо защитить. Ряд бассейна. Верхний ряд бассейна надо защитить. Ой. Не могу. Ой-ой-ой, попадос. На звездочку ставить срочно. Срочно звездочку надо ставить. И поставлю вот это еще. И зря. О, гад! О, ты глянь, ты глянь. Почти прошел, но не прошел. Прыгальщик. Так, второе, вторая линия обороны, это звездочки будут. Буду ставить защиту на звездочки. Ой, надо защиту на эту звездочку поставить. А, проходит, проходит. Не прошел. Так, зомби в бассейне плавают.
Хорошо. Так. Защиту надо поставить, наверное, сюда. Так. Сейчас еще одну звездочку поставлю. Все, теперь ставлю защиту. И больше ничего не надо. О, последняя волна. Уровень оказался легким. И, наверное, последним. Что поставить? Что поставить? О, большие золотые монетки. Все, последние зомби. Я уровень прошел. О, $500 получил. За 10 золотых монеток. Нет, этот уровень я уже проходить не буду. Кто здесь? Воздушный. Все, заканчиваю игру. Останавливаю.